У нас срочное включение. У нас одна вот толстая рыба начала только что рожать. Вот, там мы водорослями плавают маленькие малечки такие ночи. Я вообще была в шоке, когда я сначала думала в туалет усадила, а потом увидела этих малек маленькими. Где-то там водоросли плачутся маленькие. Мы думаем, когда она уже родит. А вот она прямо сейчас. Она, наверное, ночью что-то рожала. Блин, а где мы уже успели съесть? Подожди, может, планировать? Вон за водорослями. Там очень плохо видно именно на камеру. Я смотрю, рожает, говорю, серьезно. Я впервые вижу, как рыба. Давай мы покажем вам свою смотрю. Сейчас мы ждем, когда она будет. Кажется, уже сложно поймать рыбу, потому что она очень растет. Ну, давай, перед всеми глазами. Не подводи. Рыбка. Ну, вообще, ребята, смотрите внимательно на живот. Внимательно. Ой, блин. Кажется. Смотрите быстрее. Главное не выключай. Не выключай, не выключай. Видите, видите, вон маленький такой. Видите, вот, видите, видите, вот этот маленький. Он дохлый? Нет, не ешь. Нет. Видели? Это рыба его съела. Это рыба его съела. Видели? Перед глазами как съели рыбу. Сейчас мой оператор пошел за сачком. Ловить этих маленьких мальков от вот этих, блин, голодных рыб. И передачу самая маленькая вот эта рыбка съела ту самую маленькую, не пойму, как так возможно. Перед вашими глазами все будет. Капец, вот так.